Я, Елена Свешникова, хочу представить вам роман «Идиот». Это пятый роман и самый любимый, в котором Достоевский ярко и полно изобразил положительного героя, каким его и представляю. В мире, где красота замутнена нечистыми помыслами людей, такой герой беспомощен, хотя и прекрасен. Но красота спасет мир, утверждает Достоевский устами князя Мышкина, и в мире становится светлей. И еще несколько цитат из этого романа. «Через детей душа лечится. Времени верь, все пройдет. Мне кажется, что вы говорите правду, но только очень преувеличиваете».